Какой теперь штраф за мат в соцсетях в связи с новым законом об информации? На самом деле закон не только про мат. Теперь социальные сети обязаны мониторить, выявлять и блокировать информацию, которая содержит явное неуважение к власти, порочит честь и достоинство граждан в связи с их политическими убеждениями и нарушает законодательство о выборах. Также содержит призывы к несогласованным митингам. Закон также определяет, что если соцсеть сомневается в пользовательском контенте, то соцсеть должна на всякий случай заблокировать эту информацию, пока Роскомнадзор не проверит ее на соответствие. Владелец соцсети должен в течение суток оповестить Роскомнадзор о такой информации. А если соцсеть этого не делает, то ей прилетает штраф в 2 миллиона рублей. В случае повторного нарушения 4 миллиона рублей. Но какой же штраф ждет нас, обычных пользователей? В этом плане на самом деле ничего не изменилось. За нецензурную брань в общественных местах, как и прежде, могут арестовать до 15 суток. Либо применить штраф до 15 МРОТ. Является ли соцсеть общественным местом? Пока однозначно сказать нельзя. Судебной практики по таким вопросам еще не было. За оскорбление, как и раньше, грозит до 6 месяцев исправительных работ. Можно ли ругаться матом в личных сообщениях? В законе такого запрета нет, поэтому вы можете написать нам в личку все, что вы думаете по этому поводу.